Здравствуйте, друзья. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, что недавно так сильно всколыхнуло всю интернет-спельноту нашу в Украине. Речь идет о недавнем решении Европейского суда по правам человека о том, что собственники страничек в соцсетях несут ответственность за комментарии, которые размещены под этими постами. Ну реально, новость действительно всколыхнула и меня настолько сильно, что я уже даже усомнился э, в том, э, насколько нам вообще необходимо напрямую имплементировать решение Европейского суда. Может быть, это все надо делать через собственный конституционный суд, э, размышляя в том числе и о собственной независимости, да, э, и в плане правовом тоже. Э, но, э, слава богу, начали мы разбираться в этом вопросе попросил я помощи своей шефине, бывшей, ну, в принципе, я всегда и сейчас называю шефине, Валерия Лутковская, одна один из лучших специалистов в этой стране именно по вопросам связанным с Европейским судом по правам человека, ну и мы вместе пытались разобраться, что же на самом деле там произошло с этим решением. Ну, во-первых, давайте. Благая весть в том, что решение не окончательно. Скорее всего, оно будет оспорено. Это раз. И еще оно ни в какую там силу не вступило. Сразу оговорюсь, что решение очень неоднозначное. Более того, там есть отдельная позиция судей Европейского суда. И, собственно говоря, если говорить о, скажем так, о апелляции, да, то или оспаривании этого решения, то ничего особо сочинять там не нужно. Можно взять вот эту отдельную позицию судьи, которая не согласилась с таким решением, и на основе вот этой отдельной позиции и сформировать, собственно говоря, свой протест, апелляцию и так далее. То есть все уже описано. То есть большого, большой проблемы в этом нет. Но Опять же, оговорюсь о том, говорю, что, ну, мягко говоря, странно, да, то есть если у меня страница в Фейсбуке, я ж, честно говоря, даже если бы я хотел вспомнить свои посты, если у меня там идет по 4, по 5 в день, вспомнить посты там двухмесячной давности, я бы даже если скроллил, то я вряд ли бы смог до них дойти, вот. И мало ли что там пишут, страница-то открытая, я через там уже неделю не помню, где я там чего писал, а тут опачки, опачки, кому-то надо там мне нагадить, да, берут какую-нибудь батаферму и начинают писать какие-то ду дуристические вообще комментарии э, под постами там месячной, двухмесячной давности, да. Я даже, если бы хотел, я их не увижу, я даже не буду знать о том, что они существуют. Ну, и тут вдруг появится какая-нибудь диктаторская власть, которая скажет, ага, Михаил, попался, ну и так далее. <кхм> Давайте разбираться. Дело в том, что Европейский суд по правам человека, он не рассматривает вопросы по сути, не рассматривает. То есть это, ну, я не буду вдаваться в какие-то детали, подробности, не надо быть там супер юристом, еще за а он не вникает в суть. Он рассматривает на предмет э, прав человека по конвенции, то есть нарушала государство ваши права или нет, ну и э, смотрит на соответствие с законодательством э, той или иной страны. Все, то есть, грубо говоря, по формальным признакам. Это, начнем с этого. Почему это важно? Потому что суд, собственно говоря, ну, для того чтобы понять, почему такое решение вынесено нужно войти в историю этого вопроса. Был некий или есть некий политик во Франции, значит, который у себя в своей округе, где живут много живет людей исповедующих ислам, я так понимаю, они приехали, многие из них приезжие, там, ну или в, в первом поколении, грубо говоря, стали либо гражданами, либо либо соискателями гражданства во Франции. Но он написал такой критический пост в их адрес, ну и естественно под этим постом понеслось, значит, там по Ехали там, ну и проходит там, грубо говоря, там длинный период времени, там чуть ли не два месяца, по-моему, вот. И обращается там кто-то в суд и говорит, слушайте, так у него там разжигание ненависти, собственно говоря, на этой страничке происходит. Ну, суд говорит, давайте разбираться и Приходит товарищ в суд, а перед этим значит, начинается этот суд. Значит, товарищ приходит в суд и подтверждает своими словами, подтверждает в суде под присягой, что он знал об этих комментариях, читал эти комментарии, видел, но считал, что это свобода слова. Более того, он даже говорил, что я в чем-то согласен с ними, с идеей, да, может быть, по форме не согласен, но по сути правильно. То есть он таким образом еще и авторизовал, своими словами в суде, авторизовал это все. То есть он сообщил суду, что я знал, видел, читал, в чем-то даже согласен, может быть, по форме не согласен. Он даже написал целый пост после этого, где призвал более спокойно комментировать и так далее. И вот. Но никак не отреагировал на эти комментарии. Суд сказал, что, извините, но это не совсем свобода слова. То есть свобода слова, она не является абсолютной свободой. Она может быть ограничена. И в данном случае имеет место разжигание розни. Вот. И присудила ему всего лишь маленький штраф. Маленький, реально очень маленький штраф. Вот и все. Никакой там трагедии нет. Но... Товарищ не согласился с этой позицией, говорит, ну, вы, значит, давайте так, вопрос принципа, да, где даже не денег, вопрос принципа, и он пошел в Европейский суд с этим всем европейский суды говорят, слушайте, значит, ну действительно, давайте мы установим, что свобода слова не является абсолютно. Это пункт первый. Можно ли ее ограничивать? Да, можно. Есть четко сказано, по каким мотивам и когда можно ограничивать свободу слова. и свобода слова, то есть если я хочу оскорбить, например, где-то на публичной страничке, оскорбить чувство мусульман, например, или христиан, или, или например, там кого-то другого цвета кожи, или что-то еще, это действительно уже не свобода слова. Это, например, в Украине это было бы уголовным преступлением, потому что это призывы там, или разжигание межэтническая, межконфессиональная и так далее, рознь. То есть это, это уже не свобода слова. И это логично. И, собственно говоря, суд именно это и констатирует. При этом он опирается в том числе на то, что в суде было рассмотрено, ну, в французском суде это рассматривалось, и заявитель сказал, что он видел это, читал. То есть он э, это не то, что он не видел. Это то, что он видел, сам об этом сказал, знал, толерировал, поддерживал в чем-то э, и не реагировал. Ну, в таком случае... Ну, европейский суд говорит, ну раз так, то тогда, ну вот ваш французский суд поступил правильно. Ну, понятно, что, опять же, спорный момент, спорный момент, имею ли я право модерировать, то есть получается ответственность модерации, то, что происходит у меня на странице, ложится на меня. Да, в этом, в этом плане я абсолютно не согласен, потому что у меня нет таких ресурсов, которые могли бы, ну, которые мне необходимы для модерации. То есть у меня нет возможности прочитывать все посты за там, ну, допустим, сколько у меня там, три года, да, эти посты висят в фейсбуке. Ну, за три года, 365 дней, по 5 постов в день. Это какой штат у меня модераторов должен быть или сколько часов в сутки я должен проводить в интернете для того, чтобы постоянно смотреть все комментарии под всеми постами, 365 умножить на 5 и, и еще на 5. То есть это, ну, вы прекрасно понимаете, что для этого даже все СБУ, наверное, не хватит для того, чтобы это дело отмодерировать. То есть тут нужна уже какая-то программа или что-то еще, я даже не знаю, что, что для этого нужно. То есть, ну, это нереально. И мы четко понимаем, что возможны манипуляции. То есть если кто-то захочет мне нагадить, грубо говоря, из власти э и рассказать о том, что мы тут решением СНБО кому-то там рот закроем, закроем кляпом, да, и нужно будет это все каким-то образом легитимизировать, то понятно, что, знаете, как это, тут им карта и повалила, да, после такого решения. Так вот. Скажу вам, нет, карта им никакая не повалит, потому что э, суд, Европейский суд по правам человека опирался на то, что человек знал и сам подтвердил это в суде, он знал о таком комментарии. Если бы этот политик сказал, что я первый раз вообще вижу этот комментарий, я вообще не знаю, о чем идет речь, да вообще этого дела бы не было. Но когда он сам это сказал, и сам это подтвердил, сказал, что видел, знал и даже среагировал другим постом на это дело, ну, естественно, что тогда вступают совершенно другие принципы и нормы. Но опять же, еще раз подчеркну, что нет, это решение Европейского суда, а, не окончательное, б, есть отдельное мнение судьи, это очень важно, и третье, это не развязывает руки диктаторским режимом, потому что речь идет только о том, что вы лично видели, поддержали, толерировали и с чем согласились, и более лично, и вы должны это свидетельствовать в суде. Если вы и об этом говорите, что вы не знали или не видели, то никто ни в чем вас осудить, естественно, не может. Тем более это не может быть поводом закрывать вашу страничку. Поэтому благая вещь заключается в том, что диктаторы могут, конечно, обтекать слюнями своих СНБО, но решение Европейского суда по правам человека никаких бонусов в плане борьбы с инакомыслием им не дает.